сам из-под Рязани, деревня Поляны. Вот я тут катаюсь. Ну, сейчас я прибываю, у меня последний матч. Я прибываю в Тройник. Я был в Риме, потом оттуда на Гран-Канарию, сейчас сюда. Я был в Праге, когда выиграли. Ну, тут как раз с этим баннером. Ну, как раз первый раз, когда выиграли с Мессиной Евролигу. Когда вот Серега Панов последний сезон, когда я играл. Ну, капитан тогда. И он тогда тоже говорил, вот я помню, видел баннер. Хотя там в Праге был большой стадион, там наверху, ну, видно было. Ну, кстати, да, когда он приезжает, как правило, побеждаем. Поэтому я думаю, надо в следующем году в Виторию ехать. Наверное, в Сосаре нам дали билеты за скамейки запасных. Меня полторы четверти вот, пытались усадить. Я говорю, это фанатский сектор. Хозяева стоят, вот они там шизят, там Динамо свое. Они говорят, нет, здесь за тобой там дорогие места садись. Полторы четверти пытались меня усадить. Ну, усадили. И баннер, кстати, там девчонки были стюардессы. И прям в конце там как раз даже трансляции видно. Девчонки такие, вот баннер. Ну, давай прям все взяли и подняли вот эти стюардессы. И как раз комментарий, о, болельщики из Рязани приехали. Вот рязанская группа поддержки, оказывается, армейского клуба здесь тоже присутствует на трибунах. О, трудно сказать, сколько. Не был в Греции, наверное, в Израиле не был. Практически всю Испанию все матчи, кроме Валенсии. В Валенсии я не был. Вот они играли один сезон. Наверное, все, почти все, наверное, пробили. Мне нравится Семен. Семен, он боец. Вот из того, что те, кто сейчас выиграют, ну, побольше времени, кто играет. Семен, он боец.